все будет как раньше, не будет, уже все, не будет. То есть, поэтому мы и говорим, что что будет Украина, как будет Украина, мы можем не предсказывать, а анонсировать. Но до тех пор, пока это не случится, многие это воспринимают, не хотят воспринимать и не будут воспринимать. Этот мир с той Украиной, империей, Украина-империя, русские, галичане, евреи и прочее, прочее, уже не вернется. Украина с той экономикой, второй, третий, четвертой, пятой в Европе, так считать, не вернется. Самолетостроение не вернется, кораблестроение не вернется, автомобилестроение не вернется, станкостроение не вернется, химия не вернется, обсерватории не вернутся, физика не вернется, атомное оружие не вернется, скоростные поезда не вернутся. Ничего не вернется.